Джули, яростный противник Поп-Ит. Я уничтожу этот Поп-Ит своими дротиками. И дротики Джули летят прямо в цель. Макси Поп-Ит разлетается в стороны. Шарики лопаются один за другим. Нужно избавиться от каждого. Сделано! Где я? Какой кошмар. Ты в тюрьме антистресс. Поздравляю. Новенькая, становись возле Растамира. О нет, эта табличка не подходит. Держи вот эту. Снова Поп-Ит? Нет. Сквиши? Единорожек? Скучно. Придумала. Эй, Джули, просыпайся. А? Что? Ты уже испробовала эти кнопки? Нет. Давай скорее. Я уже на них нажимала. Только нужно встать вот здесь. Готово. Сейчас будет мокро. Ну почему снова я? Смешно? Вот тебе. Гадость. Не обижайся. Друзья, друзья. Есть хочется. Обед. Еду принесли. Тебе не понравится. Я предупредила. Что это? Simple Dimple пюре? Он издевается? Я избавлюсь от тебя, глупый Simple Dimple. Бананчик. Нет, не ешь его. Это сквиши. Нет. А вдруг пригодится? Мы ненавидим антистрессы. Долой все антистрессы. Скажи антистрессам нет. Что они там устроили? Очередной митинг? Я знаю, как их усмирить. Поп-Ит и микрофон. Увеличить громкость. Стоп, антистресс! Только не этот звук. Мы сдаемся. Антистрессы – наши друзья. Джули испробовала все возможные способы побега из тюрьмы. Но каждый раз охранник ее останавливал. Джули решила рискнуть и переоделась охранником. Отличный пончик. Моя смена закончилась. Пока. Не так быстро. Я тебя узнал. Нарисованные усы меня не обманут. В камеру. А ты здесь за что, уточка? Угон автомобилей? Уточка, очнись! Это записка. Смотри. Помощь в пути. О, да. Наши друзья не оставят нас в беде. Немного взрывного слайма им точно не помешает. Вентиляционная труба, не подведи. Удачи, подружки. Ну и где эта помощь? Есть! Слайм-взрывчатка. Скорее крепим к решетке. И детонатор. Сейчас будет взрыв. Джули! Свобода! Что? Это побег, тревога! Охранника нет, путь свободен. Пончик. Телефон? Не трогай это. У нас есть дела поважнее. Это не телефон, а чехол Поп-Ит. Смотри, здесь есть цифры. Уверена, это важно. Ты запомнила? У меня плохо с математикой. Ребята, запомните цифры и напишите в комментариях. Они нам еще пригодятся. Бежим! Вот выход. Скорее. У, какой веселый турникет. О нет, он слишком веселый. На помощь! Мне плохо. Ох, Джули, его можно просто передвинуть. Вперед. Ой, привет. Эх, никакой дисциплины. Стоп, это ведь их я везде ищу. Куда они исчезли? Здесь он меня не найдет. Фу, ну и вонь. О нет, у меня клаустрофобия от Поп-Ит. Надо бежать. Нужно замаскироваться.
Меня здесь нет. Вентиляция. Отлично. Ага, не успел. Здесь все в слайме. Гадость. О, нет, еще слайм. Чем дальше, тем хуже. Я это сделала. Ну, я вся в слайме. И это все еще тюрьма. Охранник пристально следит за каждым уголком тюрьмы. Никто не проскользнет незамеченным. Кроме Джули. И что мне теперь делать? Этот пупит мне пригодится. И этот пончик. Пончиков было 5, я уверен. У Джули родился коварный план. Усыпить охранника звуками поп-ит. Получилось. Что? Снова они. Быстрее! Там камера! Бежим! Тревожная кнопка. Что происходит? О, нет. Нас атакуют шарики Орбис. Уберите эти противные шарики. Напугала. Это план тюрьмы. Вот выход. Слишком долго нам не успеть. Нужно выбираться через окно. У меня и веревка есть. Забудь про веревку. У меня есть банан. Пригодился. Здорово. Держи, я спускаюсь. Получилось. Супер. Лови. Упс. Вот, спасибо. Нужно спешить. Джули, это ты слишком поторопилась. Идем. Пленка с пупырышками. Моя слабость. Не могу устоять. Как хорошо. Эшли? О нет, уходим быстрее. На пленку нет времени. Бесполезно. Придется брать пленку с собой. Вот так. Покатили. Это выход. Но здесь кодовый замок. Нам нужна комбинация цифр. Ты помнишь, какие цифры в комментарии? 8, 7, 1. Получилось. Спасибо. Сладкий запах свободы. Мы это сделали. Ура! Что? Поп-Ит поглотил город? Это Джули. И я делаю селфи дома. В животе урчит. Нужно заказать пиццу. Пицца. Ваш заказ. Вау! Спасибо, это вам. О нет, такие деньги в прошлом. Теперь все расплачиваются Поп-Ит долларами. Что? Уберите это немедленно. И пиццу свою забирайте. Ненавижу Поп-Ит. Привет. Сделайте мне маникюр. И поскорее. Я так об этом мечтала. Вы не поверите. Я была в таком ужасном месте, где маникюр не делает никто. Но это уже в прошлом. Туда я больше не вернусь. И это правильно. Ваш маникюр готов. Поп-Ит! Нет! И кто будет платить? Ну и ладно. Добрый день, я не опоздала. Вот мои награды. Мое резюме. Вау! Я немного волнуюсь. Мне очень нужна работа. Достаточно. Вы приняты. Поздравляю. Ура! Магазин антистрессов ждет. Нам уже давно нужен хороший продавец. Антистрессы везде. Новый офицер берется за дело беглянки Джули. Разыскивается преступница. И я ее найду. Исчезни, Поп-Ит. Кто это может быть? Посылка. Не уйдешь? Атака, Поп-Ит. Никого? О, да. Что? Почему я снова оказалась здесь? What? Как же так? О, ты опять здесь. Ну, привет. Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, что тебе нравится больше. Поп-Ит или Simple Dimple?
И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.